Меня зовут Владимир Иванович, я приветствую на своем канале. Все свои фильмы снимаю на видеокамеру Canon M506, используя самодельный вот такой штатив. В основании приварена три швеллера, ось, как телескопическая антенна. В центре механизм наклона и подъема. Это однорычажная система. И вверху еще наклоняется самодельная голова с поворотом выполнена. Сейчас приобрел фотоаппарат Canon 700D, он довольно-таки тяжелый с объективом, и решил свою стойку переделать. Снизу добавить еще три швеллера, увеличить площадь опоры и добавить вес, потому что вот так вот наклоняется легко. В центре сделать поворотную систему подъема и опускания, чтобы она крутилась на оси. И саму систему подъема и опускания сделать двухрычажную, классическую схему. Поворотную голову пока оставлю старую, потом что-то посмотрю, приобрету. Для механизма подъема буду использовать профильную трубу 20 на 30. Один отрезок отрезал на 800 мм, другой где-то 1300. На одинаковом расстоянии просверлил отверстие 8 мм. Взял удлиненные гайки, восьмерка. Пришлось приварить по длине еще шайбу восьмерку и просверлил отверстие на 8. Буду использовать вот такие болты с внутренним шестигранником. Здесь чистая восьмерка. И вот так этот узел собрал. Гайку вставил, просверлено отверстие одно и второе. Вот в это отверстие я и буду приваривать. Точно так здесь посередине. Попробую затолкать потихоньку. Болтом спозиционировать гайку и через вот эти два отверстия приварить. Расстояние между строго одинаковое. Устройство противовеса. Две круглых заготовки из дерева. Трубный фланец. Два штучки. Все это скручиваю. И такой получается пирог. С одной стороны с фиксацией болт будет. Покрасил я все заготовки. И штатив состоит из таких деталей. Стойка. Основание стойки в виде швеллера восьмерки, довольно-таки тяжелые. Снизу вклеены деревянные бруски, труба профильная и две пары обратных скобы. На ту скобу должна крепиться головка поворотная. Изготовил противовес, но пока мне не нравится, может быть в процессе настройки придется его даже изменить. Только медленно, если что, поворачивай. Отдельно хочу показать, как устроена голова. Очень просто. Площадка, V-образная скоба. Наклоняется и поворачивается. Прижим осуществляется шайбой гровера. Вот снизу, если посмотрите, шайба гровера. Вот этого усилия достаточно, чтобы была жесткость при повороте. Расстояние между вот этими болтами 800 мм. Расстояние здесь 90 мм. Профильная труба 20 на 30. Здесь полоска 25 по ширине. Внутри, как я сказал, приварена гайка М8, расточена и приварена. Смазана. С одной стороны такой большой противовес. К
кажется, вроде много, но на самом деле как раз компенсирует этот зазор. Еще одна гайка барашка. Вот видите, отпускаю, камера стоит. Легко пальцем прикасаюсь, и камера наклоняется. И в этом положении можно, конечно, зафиксировать. Механизм поворота. В P-образной скобе приварена круглая шайба, большая, толстая. Вытащил на токарном станке. И вытащил две таких шайбы. Вторая шайба приварена на саму стойку. Здесь вырезано окошко и вставлена шайба, гайка старопластовая втулка и еще одна контргайка. Получается, этот узел вращается. Немножко положил смазки. Я понимаю, что там в любом случае присутствует маленький зазорчик, люфт, но поворачивается легко. Видите, как легко. Чудесно работает. Чудесно опускается. Теперь в мастерской можно поставить эту камеру и снимать, как я выполняю токарные работы. Можно разместить над столом, можно наклонить вот так вот и снимать. Скажу, фотоаппарат тяжелый. Вместо фотоаппарата можно установить, конечно, видеокамеру. Груз сам перемещается, болт фиксируется, гайка впаяна. И можно выбрать расстояние для видеокамеры, для фотоаппарата и сразу настраивать. Снизу такая мощная конструкция из швеллера, довольно-таки тяжелая. Первоначально установил колеса, но потом их снял. На колесах получилась какая-то вибрация, да и полы у меня в мастерской не то что кривоватые, а кривые. Поэтому решил переставлять так, в ручном режиме. Аппарат тяжелый, для страховки продеваю между планкой и вставляю деревянный грибочек. Если в случае что-то случится, фотоаппарат останется висеть на ремне. Чисто для страховки. Задавайте вопросы, комментируйте, делитесь мнениями. Я вам говорю, до новых встреч, всем доброго, с уважением, Владимир Иванович.